На телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Все на избирательные участки, главные события дня, старт выборов в Государственную и Московскую областную думы. Мы граждане одной страны, от нас зависит хоть немножечко чего-то. Чему учатся в Центре цифрового образования детей на базе Лопатинской средней школы? В прошлом году я попробовал VR и AR. В этом вот просто с намерением сюда пришел пойти на разработку мобильных приложений. На стадионе «Металлург» в Видном состоялся самый короткий матч за всю историю мотобола. Что случилось? За мою 50-летнюю, более чем 50 лет в мотоболе, такого не было вообще никогда. Сегодня в Московской области стартовали выборы в Государственную и в Московскую областную думы. В Ленинском городском округе с 8 утра открыты 67 участков для голосования. Одним из первых свой выбор сделал председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. 17 сентября в Ленинском городском округе стартовали выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы. На участке под номером 1279, который расположен в досуговом центре Дроздова, уже с 8 утра отмечается активная явка избирателей. Важнейшее событие в жизни каждого гражданина, в том числе и наших жителей на территории, мы избираем 8-й состав Государственной думы, вместе с тем проходят и выборы в Мособлдуму. И, на мой взгляд, беспрецедентно проходят в условиях, в сегодняшних реалиях эти выборы, потому что это и 3 дня голосования, это и электронное дистанционное голосование, в том числе электронный подсчет и бюллетени на местах. Также обеспечена безопасность для наших избирателей, для жителей на участках. В досуговом центре Дроздова голосуют жители нескольких населенных пунктов, входящих в состав Картинского территориального отдела, а также сел Остров, Молоково и деревни Мисайлово. На этом участке свой выбор сделали председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и депутат Совета депутатов округа Артем Грудинин. Прежде всего, это обязанности, права каждого гражданина нашей страны, нашего городского округа выразить свое мнение, проголосовать так, как он считает нужным. И очень-очень большое спасибо, что с самого утра, с первого дня голосования люди пользуются своим правом и выполняют, наверное, свой гражданский долг. Избирателям выдают 4 бюллетеня. Жительница деревни Дроздова Анжела Топоркова убеждена, что на выборы нужно ходить обязательно. Хочется жить лучше, чтобы как-то и пенсия нормально была, потому что я уже, можно сказать, пенсионного возраста. Вот. Хотелось бы, чтобы как-то социальная поддержка населения была лучше. Стоит отметить, что на участке соблюдают все требования санитарной безопасности. У нас работает 5 человек из нашей комиссии. У нас есть представитель полиции, который смотрит за порядком. И также у нас есть меры безопасности. Это огнетушители, тревожная кнопка. Все как полагается, у нас все в порядке. В Ленинском городском округе работают 67 избирательных комиссий. Напомним, что голосование продлится 3 дня. Участки будут открыты до 20:00. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. А в Видновской школе номер 7 расположились сразу 2 избирательных участка. На голосование здесь ждут жителей близлежащих домов в части проспекта Ленинского комсомола и Жуковского проезда. Сегодня в холле 7-й школы нет ни одного ученика, спешащего на занятия. Торопятся сюда взрослые, хотя родительские собрания обычно в 9 утра не проводят. Час назад здесь начал работу избирательный участок, и он уже принимает первых голосующих. На территории школы работает сразу 2 избирательных участка. Всего учреждений должно проголосовать более 3000 человек. У нас на момент открытия сегодня избирательного участка по списку 1708 избирателей. Дома, которые относятся к нашему участку, всегда очень активно голосуют. У нас всегда активность больше 50% явки. Среди избирателей этого участка и почетный гражданин Ленинского городского округа Гульнара Романадзе. Проголосовать она решила сразу по пути на работу. Ходить на выборы – это гражданский долг любого. Любого человека, который проживает в стране. Страну надо любить и уважать. А за Ленинский округ, конечно, я первая пришла, потому что мне же интересно, кто будет депутатом. Я хочу, чтобы были те депутаты, которые любят наш округ, которые могут помочь
во всех проблемах. В пятничное утро избирательные участки были полны людей. Высказать свою гражданскую позицию стремилась как молодежь, так и люди старшего поколения. Мы, наверное, старое такое поколение. Я понимаю, можно проголосовать за всех, но прийти на выборы мы обязаны, потому что мы выбираем будущее наших детей, будущее наших внуков. Вот понимаете, мы должны быть патриотами своей России. На участках соблюдаются все антиковидные меры. На входе измеряется температура, при необходимости избирателю выдается маска. Работа избирательных участков началась сегодня в 8 утра и продолжится до вечера 19 сентября. За это время жителям предстоит сделать ответственный выбор, кто из кандидатов будет представлять их интересы в Московской областной и Государственной думах. А мы продолжим следить за голосованием. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Видное ТВ. Наша съемочная группа побывала еще на одном избирательном участке муниципалитета. Слово Екатерине Коваленко. Я сейчас нахожусь на избирательном участке номер 1306, расположенном в 5-й Видновской школе. Двери здесь, как и по всей стране, открылись в 8 утра. Сейчас 10, и на текущий момент проголосовало порядка 45 человек. На участке зарегистрировано порядка 1800 человек. Адреса – это улица Советская, дом 2, 2А, 4, 6, 10, 12, 14 дом, 18 дом, 48 дом. Открепилось у нас по заявлениям порядка 35 человек, прикрепление около 9. Кроме того, на текущий момент 9 избирателей этого участка по состоянию здоровья подали заявки на голосование на дому. Довольно-таки активная явка. Если вот считать, что пятница – рабочий день, это первый день голосования, народ приходит не очень много. И с учетом того, что воскресенье – третий день, явка будет побольше, то проголосует достаточно большее количество людей. Среди голосующих – люди средних лет, много пенсионеров, которые традиционно активны на выборах. Человек ждет, конечно, лучшего изменений в лучшую сторону. Пенсия – самое насущное для меня. Мы граждане одной страны. От нас зависит хоть немножечко чего-то. В целом обстановка спокойная, рабочая. На участке присутствуют 4 наблюдателя. За правопорядком наблюдает полицейский. И весь процесс происходит с соблюдением всех санитарных норм. Избирателям обязательно выдаются маски, перчатки и замеряется температура. Трехдневные выборы проводятся в нашей стране впервые. Единым днем голосования считается воскресенье, 19 сентября, а пятница и суббота – дополнительными днями. Двери избирательных участков открыты с 8 утра до 8 вечера. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. К другим новостям. Вот уже второй год подряд на базе Лопатинской средней школы работает Центр цифрового образования детей. В 2020-м там прошли обучение более 400 школьников. Какие направления сейчас пользуются особой популярностью, узнавала наш корреспондент Галина Житкова. IT-куб Лопатина – передовая территория цифровой образовательной среды, созданной в Ленинском городском округе. В московском регионе работает всего 3 таких центра. В уникальной школе информационных технологий для ребят от 7 до 18 лет проводятся занятия по 6 направлениям. В современном мире существует запрос на подготовку кадров для инженерных, технических специальностей. И это первый шаг в профессию. Собственно говоря, вот это главная наша задача – увлечь детей, скажем, IT-технологиями для того, чтобы они в дальнейшем могли построить свое будущее. В начале нового учебного года преподаватели IT-куба провели открытые мастер-классы и подробно рассказали обо всех 6 направлениях. Это робототехника, мобильная разработка и VR-приложения, программирование Python, кибергигиена, системное администрирование и шахматы. Каждое направление оно разбито по возрастам. Например, робототехника с 7 до 14 лет. Можно от 7, ну, кому как. Дальше кибергиена, то же самое, можно малышам. Здесь программирование Python, здесь уже от 14 до 17 лет. Но есть дети, конечно же, уникальные, которые готовы заниматься уже с 12 лет именно программированием на Python. Воспитанники группы продленного дня в полном составе посетили открытый мастер-класс по робототехнике. Ребята с удовольствием рассказывали все, что знают об автоматических устройствах, которые действуют по заранее заложенной программе. Роботы – это такие машины, которые они помогают человеку. Угу. В чем? Ну, там, например, убраться. Постирать, погладить? Ага. А что еще? Еще, ну, там, например, работать. Мне больше всего понравилось
робототехника. Потому что там вот очень интересные роботы. Тимофей Базаев второй год будет заниматься в IT-клубе. Родители поддерживают интерес сына, потому как понимают, за цифровыми технологиями будущее. Именно в этом зале есть 4 интересные программы. Вот я даже изначально не знала, какую выбрать. В прошлом году я попробовала VR и AR. В этом вот просто с намерением сюда пришел пойти на разработку мобильных приложений. Всего в 2020 году более 1500 детей приняли участие в мероприятиях, которые прошли на базе IT-клуба. Центр цифрового образования продолжает активно развиваться, и, возможно, через год-два тут появятся новые направления. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина силами муниципалитета обустроен новый сквер, где расположена беседка, позволяющая играть в настольные игры вне зависимости от погоды. Именно там был проведен очередной любительский турнир по шахматам. Только в августе появились эти столы, но уже несколько любительских соревнований по различным настольным играм состоялись в поселке совхоза имени Ленина. В этот раз резкое похолодание отпугнуло многих потенциальных участников, но самые стойкие смогли показать себя в деле. Победителем и обладателем главного приза стал юный житель поселка Николай Милешин. В общем, как и обещали, главный приз у нас – шахматная доска. Молодец, хорошо играешь. Тебя кто учил шахматной игре? Меня учил дедушка, папа и в школе 3 класса. Молодец. В общем, шахматы любишь, как я понял. Да? Партию в шахматы сыграли и сопредседатели движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», депутаты Совета депутатов округа Артем Грудинин и Мария Гаевская. Кстати, благодаря и их усилиям в поселке появились этот сквер для отдыха жителей и беседка для настольных игр. В октябре зрители телеканала «Видное ТВ» станут свидетелями абсолютно нового для Ленинского округа формата телевизионной передачи. Мы готовим для вас реалити-шоу «Большой мяч», рассказывающее о жизни мотобольного клуба «Металлург». В поддержку программы в сети «Инстаграм» был запущен фотоконкурс «Металлург Ван Лав». Правила элементарны. Ознакомиться с ними можно на странице «Видное ТВ». Публикуйте свои фотографии, так или иначе связанные с видновской мотобольной командой, и получите шанс выиграть призы. Конкурс продлится до 30 сентября. В Видном состоялся самый короткий матч за всю историю мотобола. В третьей серии финальных игр чемпионата России 2021 года видновский клуб «Металлург» должен был встретиться с «Колосом» из Ипатова. Но гости просто отказались выходить на поле. В чем причина и что теперь ждет обе команды, расскажет Юлия Погосян. К этому матчу, кажется, готовились все, так или иначе, относящиеся к мотоболу. После ряда поражений и напряженных игр чемпионата России этого года, видновский клуб «Металлург» на встречу с ипатовским «Колосом» был настроен по-боевому. Ждали сражения и болельщики, ведь в результате должен был определиться победитель чемпионата. И каково было удивление всех, кто в этот день пришел на стадион, когда гости из Ставропольского края покинули поле. За мое 50-летие, более чем 50 лет в мотоболе, такого не было вообще никогда. Это прецедент, который ни в какие спортивные рамки не входит. Команда, руководство команды, недовольная судейской бригадой, решила увести с поля команды. Они, о последствиях они не думают. А последствия таковы, что «Колосу» вынесли техническое поражение. В этой встрече «Металлург» победил без боя. Игроки расстроены. Конечно, им хотелось собственным мастерством доказать свою лидирующую позицию в чемпионате. Но к ситуации относятся философски. Все ребята были в полной боевой. И все готовы играть на полную, чтобы завоевать первое место. Но сегодня, видите, так произошло. Первый раз такое вижу. Драки были. Уходили с поля, приходили, решали как-то там проблемы. Мы ничего не можем сделать. Кого ставит главный судья, кто отвечает за судей, все мы играли. Хотя нас судьи также палили на выезде, было тяжело. Дабы не расстраивать болельщиков, которые, несмотря на плохую погоду, все-таки пришли на стадион, видновский клуб решил сыграть товарищеский матч между основным составом «Металлурга» и молодежным. Конечно, ожидали хорошей игры.
к сожалению, не получилось. «Металлург» – наша родная команда, мы за нее всегда болеем. Но хочется смотреть настоящую битву двух титанов, так скажем. Наша как бы команда приезжала, играла, проиграла. Судьи как бы судили правильно, неправильно. Но выйти, поиграть, еще неизвестно, как бы все это сложилось. Но я считаю, что это не по-спортивному, надо как бы играть. Пока непонятно, дисквалифицируют ли команду «Колос» чемпионата России. Такое решение принимает Мотобольная федерация. А для «Металлурга» сезон закончится 18 сентября. Последний матч видновчанам предстоит сыграть с агрокомплексом из Краснодарского края. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.